В Бабаджан-Гафуровском районе Сахдийской области Республики Таджикистан за соблюдение ислама на пять лет осужден местный житель 32 лет Убайдулло Шарипов. Суд Бабаджангавуровского района и признал виновным и осудил у Шарипова по статье 307 прим. 3 часть 2 участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения, либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации и запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности УКРТ. По словам судьи, Шарипов был задержан сотрудниками управления Госкомитета национальной безопасности по Сагдийской области в мае 2017 года. В ходе судебного процесса установлено, что осужденный в 2014 году добровольно вступил в ряды запрещенного в Таджикистане религиозного течения Салафия и до момента задержания продолжал вести религиозную пропаганду.